За звание самого скоростного боролись представители Астаны, Петропавловска, Караганды, Павлодара, Кустаная и Рудного. Участники боролись на дистанциях 500 метров, 1000, 1500 и 3000 метров среди юношей и девушек всех возрастных категорий. Это такая радость детям. Многие улучшили результаты, даже те, которые бежали вне конкурса, показали высокие результаты. То есть подходят к форме. Лед гостям всем понравился, лед был качественный. По итогам двух дней соревнований львиную долю наград завоевали кустанайские конькобежцы. Победители и призеры за свои результаты и старания получили не только медали и грамоты, но и ценные призы от организаторов турнира. На дистанции 1000 метров я выиграл своего соперника. Ну, было очень трудно. На кустанайский лед выходили не только умелые спортсмены, продемонстрировали свои навыки и начинающие конькобежцы. Когда говорят, что соревнования будут, я радуюсь, то, что я думаю, что что-то выиграю всегда. Я радуюсь всегда, вот почему-то вот прям такое впечатление, аж охота танцевать прям. Вот лично мне нравится, старты были хорошие, много победителей.